субботу во второй половине дня на автодороге Самара-Уфа-Челябинск в Иглинском районе 56-летний уфимец за рулем «Газели» с фургоном совершил наезд на полуприцеп грузовой «Скании», стоявший на полосе разгона. В аварии погиб водитель «Газели», а также находившийся в салоне его 31-летний сын. Причина наезда будет установлена в ходе следственных мероприятий, сообщили в отделе ГИБДД Управления МВД России по Республике Башкортостан. Также накануне около 5 часов вечера на дороге Уфа-Дема возле стелы с наименованием района автомобиль улетел в кювет. Со слов очевидцев, в происшествии, к счастью, никто не погиб. На месте аварии работала карета скорой помощи и сотрудники ГИБДД, сообщает сайт Уфа-Сити-Ньюс. В выходные в Уфе автобус влетел в остановку. Фотографии происшествия попали в соцсети. Сообщается, что на остановке общественного транспорта гостиницы «Башкортостан» пассажирский автобус «Нефас» снес остановку. Подробности ДТП выясняются. О пострадавших пока ничего не известно, сообщает сайт проуфу.ру. В воскресенье днем авария с участием 3 автомобилей парализовала трассу Уфа-аэропорт. Из-за ДТП образовалась многокилометровая пробка, сообщает сайт «Комсомольская правда». Из-за аварии оказались перекрыты 3 полосы движения из 4. Некоторые водители стояли в заторе более получаса. Средняя скорость движения составляла 10 км в час. Также сегодня утром с 8 до 9 утра было затруднено движение в микрорайоне Сипайлово на перекрестке улиц Жукова и Гагарина.